Хворостянке хожу в автобус. Шофёр обелечивает пассажиров. Обращаюсь к нему с вопросом. Почему хохла там не сделал остановки? Стоит, молчит, повторяю вопрос. Почему хохла не сделал остановки? Он что-то промямлил про асфальт. Да кабы доехали. Недолго думая, делаю наклон, туловище вперед, сосредоточиваю всю свою силёнку. В правом кулаке и по метану бокса влепляю в левое жерло. Не подумайте, что я был пьян. Мне 67 лет, и в то утро я еще не завтракал. Пенсионер Исаев, Н.М.